Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим на тему иллюзия радости. Все мы периодически испытываем серьезные физические и умственные нагрузки. Современному занятому человеку зачастую не хватает времени и сил, чтобы успеть сделать все задуманное. У кого-то горят планы, у кого-то вплотную идет подготовка к экзамену. Кто-то должен еще встретиться с друзьями и успеть отдохнуть, а кто-то работает в ночную смену. В связи с чем сравнительно недавно появилась еще одна проблема – активное употребление энергетических напитков. К сожалению, люди не задумываются о том, что именно содержится в этих напитках, ее последствиях их употребления для здоровья. Увлечение бодрящей газировкой специалисты называют новым видом зависимости. Особенность энергетических напитков в том, что они не дают организму никакой энергии, а стимулируют использование накопленных запасов. Отдаленно это напоминает процесс выжимания воды из мокрой губки. Состав энергетиков. Рецептурная схема у всех энергетиков примерно одинакова. Производители добавляют в напиток витамины, углеводы, кофеин, таурин и каротин, иногда экстракты гуарана и женьшеня. Именно из-за этих ингредиентов человек чувствует прилив сил и энергии. Кофеин. Его содержат все, без исключения энергетики. Мощнейший стимулятор нервной системы, повышающий артериальное давление. Переизбыток кофеина приводит к бессоннице, нервозности, раздражительности и нарушению работы сердца. Таурин. Одна банка в среднем содержит от 400 до 1000 мг таурина. Это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. Карнитин – это компонент клеток человека, способствующий быстрому окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает утомляемость мышц. Гуарана и женьшень. Лекарственные растения, обладающие тонизирующими свойствами. Листья гуарана применяются в медицине. Они выводят из мышечных тканей молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках. Препятствуют возникновению атеросклероза и очищают печень. Витамины и минералы. В основном это витамины группы В и С. Натрий, калий, хлор, фосфор. Основной упор делается на витамины группы В, так как они обладают тонизирующим эффектом. Они необходимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга в частности. Их недостаток организм может почувствовать, но повышение дозы не улучшит вашу производительность, умственные способности или что-то еще. Как пытаются убедить производители энергетических напитков, а синтетические витамины приводят к аллергическим реакциям в организме. Мелатонин содержится в организме и отвечает за суточный ритм человека. Матеин – вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая мате. Экстракт вечно зеленого дерева помогает справиться с чувством голода и способствует снижению веса. Углеводы, как известно, это кладезь энергии. Их в одной бутылочке около 400 килокалорий. Казалось бы, никаких вредных веществ, одни лишь полезные. В чем же тогда дело? А дело в количестве. Врачи у любителей энергетиков обнаруживают целый букет болезней. От серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой до маленьких недомоганий, бессонницы, утомляемости, истощения организма. Производители хорошо знают, что товар должен быть максимально привлекателен и цвет напитка имеет немаловажное значение, поэтому для его улучшения используются пищевые красители. В Великобритании было проведено широкомасштабное исследование, в результате которого выявили вредные качества этих искусственных пищевых красителей. В Австралии и Новой Зеландии продажа и производство энергетических напитков уже запрещены, а в Дании и Норвегии их продажа производится только через аптеки, потому как они считаются лекарственными препаратами. С древних времен в нашей стране существуют традиционные кыргызские напитки, которые тонизируют организм без всякого ущерба для здоровья, такие как чарма, чалап, максым и другие. Сделайте для себя правильные выводы.